Извинения близким жертв крушения парома принес премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон. В четверг он посетил семьи погибших пассажиров, временно размещенные на острове Чеджудо. В ожидании окончания поисковой операции люди живут в спортивном зале. Многие недовольны условиями и медлительностью властей. «Я хотел бы извиниться перед вами», — заявил в частности Чон Хон Вон. «Я здесь потому, что убежден, мы должны держать вас в курсе дел». В субботу премьер-министр, признав ошибки в работе правительства в том, что касается ликвидации катастрофы, подал в отставку. Президент страны приняла ее, но заявила, что Чон Хон Вон будет исполнять свои обязанности до окончания поисковой операции. Между тем, накануне представители следствия заявили, что судовладельческая компания, которой принадлежал паром, перепланировала пассажирский отсек, увеличив число кают и вес судна.